Ну чё? Что? Всё серьёзно, да? Ну, типа. Ну, чел тут не пришел, что мы ждать будем его. У него тип ДК тут не сейчас. Он писал, что у него работа до 6, но я ему вчера говорю, давай завтра в 5. Он говорит, постарается. Но не постарался, значит. На нахуй. Так не стойте рядом. Она же уешет жестко. Он же там РТ. Да, поэтому надо. У нас час, короче. Так, 18:45 начинают собирать, да? Надо захуярить этого пидора и все. Шары поставлю перед мостом. Кто там ивентовую рыбу юзать? У кого есть? Ой, не рыба, а еду. Что эти бафы? Ой, ты где? Я здесь не для того, бегу. Чтобы сражаться с вами. Ждем тебя. Для блага вселенной это всем здорово. Необходимо пересосать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Первый мастер-авар. А, так у нас один. Холипау будет давать. Когда все очень плохо. На какую? На темную магию? Да. Столик там есть у вас? Ага. Пусть только против третью поставит. Спасибо. Тотемы только в боссе будем ставить, в центре, чтобы он достал до всех. Я думаю, это... Мистер Баф? Так. Аксен в Африке, да? Сначала я ожидал, чтобы загнался. Столик потом... исчез? А, да вот. Вот и еще маговский. Че, вы готовы? Все знают, что делать? Не, я не знаю. Так убьем, похо. Ну ты... повозки врагов включи, которые над врагами. Будет 4 звезды периодически летать. Маленькие такие, они периодически будут умирать. Ну то есть ХП уменьшаться у них будет. Главное, чтобы когда мало ХП у этой звезды будет, ты не стоял рядом, то тебя портанет. Когда я скажу... Это ты кому объясняешь? Там одинаковые тотемы стоят. 4 штуки. А его вылетел. Maybe поставь на MP5. Тебя не слышно, у тебя что-то со звуком, поправь этот, как он, штекер или что вот это в комп втыкается, наушники.
Потому что у тебя зелененькое показывает, как будто ты говоришь, что-то то ли отошло, то ли что у тебя. Слышно? Теперь слышно. Смотри, а кто-то не знает. Тут будет появляться 4 звезды, они будут умирать постепенно. Главное, чтобы на лоу хп ты не стоял рядом с ними. Если все плохо, юзаешь мастера вор. Ну, по хп рейда. То, что при взрыве каждой звезды будет наноситься у ее урон где-то 13 тысяч. Всем рейду. Сейчас поставлю. Первый раз мы будем заходить в ромбик. Примерно. Примерно там будем заходить. А, для того, чтобы зайти... Когда я скажу, будем заходить. А, после каждой смерти звезды будет бассейн появляться. И в него, когда я скажу, заходим, отбегаем от мобов, которые внутри. И все. Чтобы не получить урон от них. То, что они в миле урон на АУЕ наносят. Вот и все. Ну, я ему там вкратце их объяснил, что да как. По-быстрому. Ну, я видос посмотрел, который ты кидал. Надеюсь, что я понял то, что надо делать. Просто захиливай, да и все. Так, Кира, ты же будешь анонсить, когда убиваешь? Ну да. Ну все. Сейчас, секунду. Под первую кару с звездой не надо ничего отдавать, она прохиливается. А, смотрите, первую звезду все будет РДД свищиться, чтобы быстрее... Нет, не все. Красный. Нет. Мы с Мэйби. Мэйби. Все остальные бьют босса. Я ему уже сказал. Сейчас. Звездопад под звезду давать или нет? Если проки будут, воит, и я еще скинем в первую звезду. И так будем доты раскидывать, куда надо. Еще раз готовность, что все готово. И начинаем. Пуляй. Первый раз все равно припот не выпить. Ваши действия нелогичны. Все... Так, латы у тебя же есть, ДБМ? Да, есть. На третий стак, когда вот видишь, одна секунда будет, заагришь под незыбкой. Забьешь? Я первый Геру дам. Maybe, если что, не давай. Первый танк ударит. Все. Все, погнали. Сова осторожно. Какая? А мне два стака. Да, вижу. 9 секунд. Скоро. Через 3 секунды разобью. По хильке. Отбиваю. Блять. Ран запал. Или ты забыл? На 30 секунде, но... На меня повесился стак. А, ты не захилил? Под незыбкой, под 7 забрал. А в стойке? Нет, разбиваю. Надо было в стойке. Окей. Давайте, падаем тогда. Еще один трайп пробуем, так и потом два танка будем. Я бы лучше сразу два танка пробовал. А, диван киньте кому-нибудь. Не надо, потому что сейчас опять с дебафом кому-то кину. Окей. Но просто мне интересно, какой смысл вы хотите, ну, вот это сделать. Дебаф висит... больше. Да, дебаф висит 45 секунд. Что вы сделаете? Ну, ставите то раз, и что? Ну, скинуться стаки больше ДПС будет. Он, блядь, скинулся, он их обновит. Да. Так ты, блядь, придумал какую-то хуйню, блядь, всегда танчивать два танка. Ну, я хуй знаю. Ну, типа, ну там возможно, если каждый раз прям забирать. Ну, типа, я хуй знаю там. Ну, хорошо, все там. Ну, попробуй, стой уже. Не-не, мне там прям жестко начало прилетать. По-моему, даже я под стойкой этой не выжил бы. Там прям вообще... На одной секунде надо забирать. Там еще рейтинг защиты играет роль, потому что криты могут идти. Но... Понятное дело. Давай сейчас в танк и убьем нормально.
У тебя сколько хп в танке? Ну, просто надо проверять, ты понял, когда... Ну, я в прошлый раз первый танчил его, потом... Да, давай, первый танк. Этих. Мне легче будет. Мне легче будет водить эти... Там, гриппать буду все дела. Да, смотри, звезда каждый, ну вот, жирная звезда. Если ты не в топ-3, да, то после того, как ты айстач кинешь, 3 секунды он будет с тобой бегать. Да, да. Ну, примерно так. Так что сможешь. Ориентируйся по этому. Рейдовый ДПС у нас хороший. Все подойдет. Сейчас. Вот вам рыба. Вентовую хавку заново. Каждый раз надо будет обновлять. Орел. Не давайте мозбов. Из банка на хп у кого? Да, есть Войда. Кому? Войду. Кому там? И потики всякие. На одну секунду. Взгляните на мир моими глазами. Зрите необъятную вселенную. Даже Геро, maybe. Погнали. Разбиваем. Я забрал. После кары через 2 секунды разбиваю. Забирай этих жирных. Разбиваю. Те, которые дальше к стене закрывают. Старайся. Да, там то самое. Всё, всё. Кара мили. В какую заходим? Ну, в красной метке. В крест? Подходите. Заходите. Заходите. Все. Заходите. Бьем, да. Кара. После кары разбиваю. Разбиваю. Пау, холи пау прохилился. Быстрее. Мили аккуратно, звезда кое-нибудь. Сука, надо быстрее разбивать. Давай, ма, сейчас разобью под кару. Осторожно. Кара. Зачем ты забираешь? У тебя 3 стака. Так, следующую. Прохил, быстрее. Следующую разбиваю, быстрее. Сука. Пал, зачем ты забираешь? У тебя 3 стака, сейчас 4-й будет. Я звезды забираю, чтобы их... Ты босса, на тебе босс висит, я не могу с тебя после забрать. После кары разобью.
Он на тебе виснет, дружище. А чего мне показывает, что на тебе виснет? Ну, фрейм может багнулся. Кар, вышли. Давай, прохил дал быстрее. Давайте, вот ваты захильте, разбиваю. Ваты прохильте, алё. Всё, нормально. Всё, хорошо, он так больно делал. Возле босса закройте. Всё. Где? Есть вол. Кроссровый. Всё, я забрал, да. Куда ты закроешь? Сейчас красную закрываю. Ромбик, быстрее. Новую не забывай давать. За. Взрыв. Сука, мэби прохил. Под мышам, помоги похилиться. Вайп. Да, друид упал. Ну так бэрить надо, ебать, а не смотреть. Вот три человека умерло. Вайпайте быстрее. Заходите в портал, умирайте. Ну, то есть после второго сырого, вот сейчас мы выжили, мы чисто играем по боссу, должны. Смотрите, если мы вайпаемся, заходите просто в портал. Если не будет никого, а у кого никого не будет бить, то он просто вайпнет всех быстро. Не, сейчас нормально все будет, сейчас просто, я хуй знает. Друль, как ты в портале? Много урона получил. По порталу далеко были. Надо заходить, оставлять, он, которые ближе зайти. К нам. Ну, там два портала было. Один был возле стенки, один возле красной. И уже возле красной этот был звезда. Ну, раньше просто подходите, видите, суровый через там 10 секунд, допустим. Подходите уже к порталу. Бать, чуваков уже за 4 дня просто 100 знаков. Багеры ебаные. Каких? Ну, дейлики по 25 баджей. А, ну это хз. А может компенсация людям, которые первые дни не поймали баг этот? Да, блядь, какая компенсация? Ну, у меня типа, я на ДК не делал первые дни, вот у меня появился сегодня. А эти 25 баджей один раз только можно в неделю делать? Ну да, типа виклика. А кто-то, блядь, делает каждый день. У кого-то уже триня, наверное, есть, да? Да, там уже триня. Камни берите. Давайте по местам. А я хуй знаю, там даже, блядь, пугарейды, блядь, линковали, типа, павом, варом, блядь, какая-то ёбаная падает. Конченая тварь. Дам Геру. ДК первый танчит. Если что. Ну да, мы разрешили. Всякий. Кара. Все. Я пока не могу. И Машку сейчас или Кадзи? На Сакру, да. Скоро, Кара. Я забрал босса. Можешь бомбочку принести. Блядь, сука. Разбиваю. Пау, иди. Ты выживи.
ромбик не закрывай. Я череп разобью. После кара. Аккуратно. Друль, аккуратно. Разбиваю. Друль, иди. Разбиваю. В ромбик будем заходить. Чё, в зеленый увел. Вот это в красный увел. Продолжаем. Кара? Сука, день не видно. Угу. Так, мели разогнем. У вас по мане нормально? Разбиваю. Разбиваю. Желательно. Немножко. Забрал. Забрал пол. Да, бери. Все. Вон, закрываем. В этом, в печеньке. Пошли пары. Кара. Печеньку закрывай. Прохил, 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 разбиваю. Пау, в печеньку заводи, жирные. Прохил, прохил. По одному прохил, води, если сложно. Разбиваю в мели аккуратно. Мели аккуратно. Разбил, хорошо. После кары четвёрку. Пала сложила. Как так, блядь? Ну, БР, чё, блядь? У нас два БРа. Да. Быстрее. Быстрее. Я забрал. Ой. БРТ быстрее, потому что сейчас, блядь, звезда бахнет. Алло, прохил сразу масбафы, дайте каску лапу по нём. Разбиваю. У нас все очень хорошо в ДПС. Выживем, бьём. Кара, вышли, вышли, вышли. Ходим в ромбик. Фрост новый там, корни. Все, чисто по боссу играем. Только нет, по боссу, я одну еще по... Я одну должен буду развить, что они две бахнут. Выжим, убиваем. Череп, от черепа отошли, разбиваю, череп разбиваю. Кара, 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 вышли. Так, нет, надо еще одну развить, что две бахнут. Или еще одну разбиваю. Разбиваю, дайте сейф. Дерево уйдет. Все, хорошо. Все, та... Блять, сука, то сколько их тут? Еще одну разобью. А, закрывай. Мели, мели, мели! Сейчас еще одна бахнет сама. Быстрее, прохил, прохил. Есть сейф, сейф, сейф есть? Сука. Пау, блядь. А, блядь, второго БРа нету? У меня был бабл, когда я хотел сокрушить. Быстрее, быстрее. Один... Убьем босса, убьем босса. 1% и переводим. Все, перевели. Все, хорошо. Блядь, зашел. А второй БР... Глыбу прожми там, и ты выйдешь, вроде. Не, не. Кара, аккуратно. Блядь, не выходит. А, во, вышел. Второй БР у нас еще есть еще. Ребят, у нас второй БР. Ну, подними, хули пава. У кого второй БР? Давай, поднимай. У кого не на КД? Я забрал босса. Суровый, заходим, заходим, заходим. В любой. Фрост новый, корни. Все дела. Все, все живы. Блять, кара. Все нормально. Все, бьем босса. Бьем. Немножко осталось, совсем немножко. Топите его. Нету уже, блять. Ну все, добивайте. Просто с посоха его хуярю. Пох. Все, молодцы. Так а че вы хулипау не подняли, это я не понял. Маны один раз БР же использовали. Да? Красавцы. Ну все, можно быстро собрание пойти, если никто не ливнет. Опа, кольцо. Узрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайшего. Все, да. Он ГЦК отдельник. В принципе, ебать. Ты мне плачешь? Кажется, в четверг, когда его понерфят. Отдельник, надеюсь, пиздец. Ты плачешь? За все повыиграл. Кто? ГЦ с кольцом. ГЦ Ксен. Че, пойдемте собрание убьем? Ну, идем по факту. Пошлите, почему? Быстро закрыли. Тебе надо перчи, тебе нет?
А зачем заебать забрал? Он же вроде резко, не? Не, да, только, да, не только кольцо, еще и квест. Ну, ты типа, да, что-то одно хотя бы отдай. А, ты смотри, за, там в этом в квесте. А, нет, там кольцо с монагами. Ну, с квеста такое кольцо на милик. Пина хорошенькая такая. Прикольная в родине. Вот, смотрите, что с квеста падает. Ну, так смотрите, что здесь не хватает. Ну, там меткость просто. Блин, я бы, конечно, взял на вот этот перстень 226. Если вам что-то, ну, прям апнет вас, тогда берите квест. Так надо. У меня вот такая прелесть просто. Хера себе, че за бассейн у него там? А это типа баг анимация. Нихуя себе. А, баг не типа. Да, он же умирал. Юрнера. Да, тут бафов-то и не надо. Ну, тогда играем. Все, пошел, короче, да? Подожди, секунду. Сейчас. Ты спекнулся? Ты же ТД. Да, сейчас я просмотрю. У меня это такие смена экипировки багается иногда. Так я смотрю, шмот нормальный, все нормально, погнали. Мелкого, да, сначала? Среднего на пуле. Да, мелкого. Только дайте ему 3 секунды там, блядь, а то вы сейчас, блядь, помираете нахуй. Ваты, прохильте. Ладно, если ты выводи, забирал, выводи. То, блин, я хуй знаю, типа, подфрот стойка, блядь. Всё. А, блядь, сука. Спасибо, а, что так ты там, да? Да, спасибо, что напомнил. Ну все, блядь, танчи мелкого, а по один пусть агрон на тех набирает. Не, я не в танке, я в ДД, я просто с ростойкой не с прошлого босса. Я просто смотрю, типа, там, блядь, че танчишь, че шо, блядь. Что, через бабл и... или не, или так убьем? Да, так убьем. И гриппом. Там минута, блядь, дебаф. Ну, похуй. Там у нас одна гера, в принципе, откатится. Она десятки и так убивается, она десятки просто в тупую. Угу. Ну давай хоть ужу уже подойдем синенько. Если мы его, блядь, сейчас до ужи убьем. Разбегайся. Угу, бежим. От синий, просто от синий. Все. А, все, заебись. Крадел попросил. Прохил урону. Даю гер. Хильте сейчас очень сильно. Так я жарю вот это четверг, ебать. Вообще вага он будет, блядь, манекеном нахуй, наверное. Типа минус урон, минус КП, блядь. На следующем КД просто сразу пойдет. Задушим его, чтобы не оставлять. Ну да, там уже, типа, и даже напрягаться не надо будет. Все, кому надо было квест давать, идите сдавать. Спасибо, что пришли. Да, всем спасибо. Я бы вас спасибо, ребят. Там и на следующее этом... КД я напишу ВС каждому. А, там будет место в 25-ке сегодня или не особо? Да, должно быть там. По кика, ну, 2-3 тела точно туда вылетело с того статика. Пойду дальше делать квесты эти. Точнее, не квесты, а огни.
Ой, так же еще и звания дали, да? Все поспиздили, блядь. Да. Да, теперь можешь говорить со звездами, ебать. Да, ну эти, это звание уже. У меня так знакомый этот. В реальной жизни говорит со звездами. Нет, он так по 228 штраф получил.